Продолжаем выпуск. Жильцы жилого комплекса «Нурия» в селе Бесагаш Алматинской области вынуждены жить в новостройке без качественной питьевой воды. Люди жалуются, что с момента подключения к водопроводу начались частые прорывы. Из крана якобы течет черная жидкость, непригодная даже в быту. Масштабы коммунальной проблемы оценил Роман Нощенко. ЖК «Нурия» стал заселяться только в конце прошлого года. С момента заезда жильцов начались постоянные проблемы с водоснабжением. Все бы ничего, если бы с каждым месяцем прорывы водопровода не учащались. Буквально позавчера прорвало первый водопровод, воду отключили, подключили второй. Не прошло несколько часов, второй прорвало, и у нас воды не было, потому что два водопровода, в принципе, оба были порваны. Тахир Садов приобрел квартиру в этом ЖК один из первых. Мужчина беспокоится, что активное строительство на участке приведет к полной аварийности хлипкого водопровода. На момент, когда приехала наша съемочная группа, вода из крана была прозрачной. Как сейчас обстановка вот сегодня? Вода сейчас чистая, идет полностью. Вода идет грязная только во время порывов. Во время порыва она идет в течение нескольких часов, идет грязная вода. Когда порыв устранен, проходит несколько часов, вода чистая. Жильцы сетуют, что в новостройках этой зимой было холодно. А еще они возмущены отсутствием элементарной инфраструктуры, автобусной остановки и пешеходного перехода. Потом отоплением у нас очень туго было всю зиму. То дает, то не дает. Откуда берет отопление, мы до сих пор не знаем. Или в город будет соединиться, или здесь автономное отопление. Мы до сих пор не знаем. Между тем, представитель компании-застройщика подчеркивает, что с их стороны подключение было правильным и прошло все испытания перед запуском. Вся сантехника перед домом спроектирована, вся нагрузка перенесена на водоканал. Сейчас все в порядке, с нашей стороны работы выполнены. К авариям и водопроводу мы не имеем никакого отношения. А вот в Талгарском акимате надеются, что проблему устранит подрядная компания, проложившая водопровод. Тем более, что двухгодичный срок гарантии не истек. Полностью все свои положенные трубы подрядная организация проверяет. Насосную станцию мы сами смотрим, проверяем. Есть у нас эксплуатирующая организация, которая тоже будет в ходе проверки участвовать. Если где-то что-то у них недоделки, либо некачественные материалы, они будут устранять. Жильцы многоэтажек настроены решительно, вплоть до обращения в суд. Они требуют провести экспертизу водной артерии и устранить неполадки. Ведь пить такую грязную жидкость, которая идет из-под крана, даже опасно для здоровья. Роман Нощенко, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы, Алматинская область.